Здравствуйте, дорогой зритель. Снова мои руки, снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер». Знаете, вот есть у меня младшенький, и есть у меня рукастая супруга. То есть у нас есть швейная машинка, она на ней может делать, она может, там, не знаю, там, вот эти вот резиночки для плетения, да, там, она из них игрушек наделала. Вот, значит, ну, много чего она может, и вот ребятёнку она связала, как это называется, на шею и чик-чик-чик-чик. Не шарф, а вот такая вот, не помню, как называется, и говорит: Миш, купи, говорит, пожалуйста, в магазине клёпки. Мне нужны клёпки, чтобы все это дело застегивалось. Я пошел в магазин, и вот такого плана клёпок там, а, в одном не было, а Б, они были во втором, и стоили они, ну, что-то около 10 штук 300 рублей. То есть 30 рублей комплект. Что-то как-то, ну, возникал вопрос, если их раз, два, три, четыре, пять перекрепить на вот этот самый шарфик, то, ну, дешевле, по-моему, получается этот шарфик пойти уже тогда купить, потому как только клепки тебе обойдутся в 300 рублей. Поэтому что-то мы подумали, залезли на Али и нашли вот такой вот ум. Так, как тебя? Ага, вот так вот мы снимаем с тебя. Все, он стал вот таким вот большим. Ребят, честно, я не знаю, зачем вот эта вот ерунда нужна. Вот, но принцип всей этой барбитуры должен быть примерно следующий. Так, давайте посмотрим. Раз. Ну, я-то, в отличие от супруги, не рукастый. Я наоборот, этот, как его? Рукожоп? Как это правильно-то называется-то? Так, давайте попробуем подумать, с какой стороны все это дело. Да, чтоб тебя. О, вот так вот это должно быть. Так. Сказал бедняк. С одной стороны вот так, с другой стороны вот так. Бум. Упала. Ой, что же я за рукожоп-то такой? Как мне вам все это дело показать, если вот у меня руки-крюки? Ладно, вставили. А как вставить тогда вот эту, я не совсем понимаю. О, представляете, она вставилась, все ништяк. Надеюсь, наверное, может быть. Ну, там представим, что это вот что-то, да? Ну, берем. Силушку богатырскую используем и получаем. Ну, здесь видите, ну, опять же, моя рукожопость, вот эти вот толстенькие штучки не должны, по идее, появляться, но они появились. И соответственно, да, иди сюда. Вот эту точно так же с обратной стороны надо прикрепить, получается. И она будет вот так вот соединяться. Да, чпок-чпок. Оп. Да, она будет соединяться. Видимо, это должно вот таким вот образом быть. Но единственное, все это дело поправить, соответственно, и сделать все это дело как полагается. Зачем еще дополнительные две заглушки сюда? Непонятно. Разделилка всей этой ерунды развалилась. Ну, баночка достаточно примитивная. Ребят, честно, я не помню, во сколько он обошелся, ну, скажем так, учитывая, что есть еще эти кнопочки с пистолет собирать, вот это вот, для чего может быть использоваться, не знаю, получается существенно дешевле, пришло, ну, в понятные сроки.
Жена сейчас с этого чего-то наделает. Может быть, я это вставлю в кадр, может быть, не вставлю. Ну, а вам еще раз напоминаю. Али стал превращаться в такую площадку, где вот, знаете, вот там вот телефон какой-то, да, можно купить дешевле. Веб-камера какая-нибудь там, можно купить дешевле. А есть вещи, которые, ну, дешевле пойти купить здесь. Ну, вот из мелочевки, вот это однозначно дешевле с Китая заказать. Особенно, если у вас не особо большой город и с магазинчиками, ну, совсем напряг. И, собственно говоря, рукоделить. Рукоделить не забывайте, это полезно, это экономит бюджет. Ну, и вообще, в целом, хорошо. Муж вас сильнее будет любить, если вы женщина. Ну, и жена вас будет любить, если вы мужчина, и вдруг рукоделите чего-то. С другой стороны, у вас никогда не будет новых вещей, вы все сможете починить. Ну, да ладно. Всех с наступающим, возможно, наступившим. До скорых встреч. Пока.